Так, друзья, продолжу говорить про питание. Я понял, что просто так вот обойтись основными пунктами, рассказать человеку о том, что от чего все зависит, это просто так не будет работать. Прям пошагово будем. Пошагово. Сегодня берем и выкидываем все, что у нас в холодильнике там завалялось, потому что места нужно будет много. И все сладости, в общем, все полуфабрикаты, все это берем и выкидываем. Берем большую сумку, берем список, который я сейчас вам расскажу, и идем на рынок. Итак, погнали. Первое. Сухофрукты. Курага, значит, кураги, много разных видов, какая нравится, любую берем. Инжир, финики, тоже разных видов можно пробовать. Изюма разных видов и чернослив. Вот эти вот 5 сухофруктов, не надо больше ничего там, никаких других. Там сейчас придумали много, там цукатики туда-сюда вымачивают там в сахаре, это нам не подходит. Вот эти вот 5 сухофруктов, которые я рекомендую, которые в дальнейшем будем разбирать, куда мы будем это все использовать. Следующий момент, орехи берем. Первый самый лучший орех, который я считаю, это пекан. Если есть возможность, покупаем пекан, он подороже, но очень крутой. Если нет, то грецкий орех. Потом пошло кешью, фундук, миндаль, арахис и кокос. Кокос это тоже у нас относится к орехам. Этот большой кокос, как в Баунти, который тоже сюда же. Дальше пошла зерновые берем. Зеленая гречка. Можно зеленую взять и можно такую, но зеленой можно побольше взять. Потому что зеленую будем использовать. Я вам расскажу, что с ней делать. Маш, фасоль, нут, киноа, кускус, чиа, лен. Лучше белый. Если есть белый, берите лен. Если нет, то коричневый. Кунжут. Тоже, если есть черный, берите, если нет, то белый. Чечевица и хлопья злаковые, в общем. Типа овсяных, что-то там, 4 злака какие-то. Это у нас зерновые, да? Дальше пошли корнеплоды. С корнеплодов берем морковь обязательно, свекла, капуста, лук, чеснок. Репка хорошо заходит. И по сезону смотрим помидоры, огурцы и вот эти редиска. Это по сезону смотрим. Зимой эти вещи покупать не стоит. Зелень пошла. Зелень, значит, шпинат, сельдерей, петрушка и укроп, щавель по наличию смотрим. Потом фрукты пошли. Из фруктов берем лимон обязательно в большом количестве, апельсины, грейпфруты, бананы, яблоки, гранат, клубника, виноград и авокадо сюда же, тоже к фруктам уходит. Так, по специям пошли, что нам понадобится? Корица, имбирь, приправа карри, куркума, кориандр, зира, тмин. Ну и так, кто что любит еще, можете тоже брать. И масло. Масло нерафинированное будем брать. То есть тоже смотрим по наличию, какое есть. Если есть оливковое, берем оливковое, но оно подороже. Горчичное хорошо идет, льняное в маленьких бутылках, салаты пойдет хорошо. Ну и если нет, то подсолнечное всегда есть. Всегда есть нерафинированное. Но берем обязательно нерафинированное. Рафинированные масла сразу же забываем все до конца жизни. Это бесполезная вещь, о которой нужно забыть сразу. В общем, вот такой набор. Вроде бы ничего не забыл. Не говорю ни про какие животные продукты.
Почему? Ну, для себя я решил уже, что необходимости в этом нет. А людям, когда я начинаю о чем-то рекомендовать в питании, надо смотреть о его состоянии. То есть, если его состояние уже... то есть, какая-то болезнь развилась, может быть, онкология, либо какие-то опухоли туда-сюда тоже... Первый период про это нужно забыть, про животные продукты разом навсегда. Ну, как разом на того момента, пока ты решаешь свою проблему со здоровьем. То есть, кто же не имеет каких-то серьезных заболеваний, да? Но я тоже никогда не порекомендую употреблять их. Если как бы человек хочет употреблять, то можно находить какие-то... Варианты самые безопасные, это, конечно же, там яйца. Все остальное, какие-то молочные продукты, мясные. Это, если это промышленность, ну, это бред. То есть это, в этом нет никакой пользы. Вся промышленность сейчас, она просто масштабами производит это все. И если есть какие-то свои хозяйства, то там, допустим, человек там своя корова, молоко какое-то там делает, закваски какие-то, то возможно какая-то быть у продукта ценность, еще какая-то сохранится. Но если это идет речь про магазины, там больше вреда, чем какой-то ценности. Поэтому я сейчас говорю все-таки про людей, которые решают какую-то проблему со здоровьем, которые хотят как-то выровнять здоровье, избавиться от каких-то проблем. Если люди как бы решают проблему просто похудеть, не имея каких-то серьезных проблем, со здоровьем просто хочет похудеть, то там можно, да, выровнять просто рацион, убрать какие-то прям жесткие продукты, которые он постоянно употребляет. Убрать у него пирожки, колбасу, жареные какие-то, ну, жесть полную, макдаки там, то он там похудеет. Тоже не сказать, что будет после этого там здоровый до конца, но просто сейчас популярно, да, вот людям вот эти ПП, правильное питание, которые рекомендуют, прям просто убирают у них макдаки, и они худеют. Но это не говорит о том, что человек полностью там здоровый. Да, он радуется, думает, все, я на правильном питании. А в какой-то момент у него просто там обнаруживают раковую опухоль и до свидания. Также люди, которые там живут, думают, там домашнее все едят. Знаменитая книга там Колина Кэмпбелла. Его отец умер, у них была своя ферма, свое молоко, свои коровы, все было свое. Но тем не менее, во сколько там, в 60 лет... Отец у него умер, и он начал разбираться, почему он умер. Вроде бы все продукты были максимально экологически чистые. Но оказалось, что все животные продукты, белок животный, он способствует делению всех вот этих раковых клеток, развитию рака. Это тоже вещь, считается доказанным, что деление раковых клеток происходит именно вот в этой среде, когда много белка, животного белка, когда, ну, по сути, это закисленный организм. Но в тот же момент я не отрицаю, что может быть человек, который будет питаться спокойно своим там мяском, постоянно там жарить колбаску, делать себе бургеры и жить там, не имея проблем. Я не отрицаю, что такое возможно. Все зависит от твоего генетического потенциала. Сколько в тебе заложено, какие слабые места у тебя есть. Если слабых мест нету, есть такие люди, да, которые кабаны прям ничего его не берет. Он может спокойно жрать и жрать. И не проявляется никаких проблем. А вот у меня уже в 12 лет спокойно развилась болезнь, которая как бы имеет место быть. Слабое место мое, суставы. И спокойно
в 12 лет я уже лишился возможности ходить. В периоды у меня были воспаления. У рота какие-то другие органы начинают проявляться. И все это зависит полностью от питания. В общем, про это я рассказал в своем ролике «Моя картина здоровья». Если хотите, посмотрите. Сегодня мы разобрали ту корзину, которую нужно принести домой, чтобы начать адекватно питаться. Все, дальше будем разбирать, что мы из всего этого можем приготовить. Все, всем пока!